커플 쪽은 중반 정도. 아~ 관리를 잘 하시고. 네. 아, 예쁜 미래요. холодно и глазки очень болят из-за холодного ветра. Он, если вы знаете, я недавно получила ожог на роговице, и я ношу линзы 13 лет, и у меня очень слабые роговицы, чувствую. Если вы неправильно носите линзы, тогда у вас возможно будет легкий синдром сухого глаза и субконъюнктивальное кровотечение, еще кератит. Поэтому очень важно правильно ухаживать за глазами. Я приехала в Хангель офтальмология, потому что говорят много русских пациентов. И мне интересно. Поехали! Из-за вируса нам надо очень хорошо проверить наше состояние. Вот такое. Ну, очень строго. Это секрет. Руки помыть. И набу. Кто это? Очень большая. Россия, смешанная ваша земля. Казахстан тоже есть? Наверное, Россия из Казахстана часто прилетает. Такое дадут на русском языке, но я кореянка. Согласие на сборы использования и представление личной информации. Но это они никуда не раздают, просто это для приема врача. Это все очень хорошо написано на русском языке. Это для иностранцев. Если вы иностранец, тогда вам очень быстро. А там? И пойдемте. Сегодня я буду пройти полное обследование для глаз. Боюсь. Сегодня я буду русская. Ну, в вашей стороне. А я не знаю корейский язык. О, страшно, Корея. Что мне надо делать? Здравствуйте. О, здравствуйте. Он говорит по-русски. Да, я говорю по-русски. А вы работаете тут? Да, я работаю в этом. Я русскоговорящий координатор. И сегодня я буду... Родина наша нашла. А тогда вы будете помочь мне на русском языке? Все обследование? Да, конечно. Слава Богу. А что мне надо делать тогда? Так, сейчас мы вначале пройдем на второй этаж. Пойдемте, поехали. Сейчас я сниму линзы, у меня зрение очень плохое, -6.5. Давайте сниму линзу и буду слепой. Вика будет помогать мне. Я сняла линзы, если вы видите, у меня цветные линзы ушли, а это оригинальные мои глаза. И говорят, что 10 минут надо подождать, потому что я только сняла линзы, нужно время, чтобы роговица был нормальный. Я вообще ничего не вижу. Вам надо сказать мне, что я молодец, потому что я выучила такое слово. Вот это центр преднего сегмента глаза, вот это центр глаукомы. Уже время пора идти, очень боюсь, пойдемте. Вау, вот так выглядят мои глаза. Сейчас будем проверить мое зрение. Спасибо. Шестой комната. Все вообще обследование, шло 10 минут. Чуть-чуть устала. Ну, там проверять что-то современное оборудование, вообще персональное. Высококвалифицированное. Пульпит, хаули, томпорам, пульпит на пульпит. Сколько свет яркий вообще. Я побережала, много где. Очень боялась, давайте спросим мое состояние. Какие глазные болезни больше подтверждены россияне, чем корейцы? 한국인하고 러시아인하고 조금 차이가 있는데 러시아분들은 같은 녹내장이라도 한국인의 경우는 안압이 정상인 녹내장이에요. 러시아 교통은 안압이 조금 더 높은 녹내장이에요. Глаукома это правда очень страшное, это действительно приводит к слепоте. 녹내장이 그 전 세계적으로 3대 실명 질환 중에 하나예요. 네. 녹내장이 걸린다고 다 실명하는 것은 아니고요. 일반적인 암을 생각해 보시면 언제 발견되고 녹내장이라는 병 자체가 시신경이 죽어서 시야가 좁아지는 건데 아직까지 현대 의학으로는 정상을 회복시킬 수는 없어요. 그러니까 거기서 더 진행되지 않게 하는 게 중요하거든요. 환자분들이 증상을 못 느껴
상태여서 이미 증상을 느끼셔서 병원에 오셨을 때 상담수는 많이 진행된 상태가 많고 그래서 조기 진단이 중요한 거고 너무 미리 걱정하시면 늦게 가족에서 가족력이 있으면 녹내장 발생률 2배에서 크게 5배까지 올라간다고 알려져 있으니까 또 물관을 하면서기나 거꾸로 매달리기 이런 운동들도 안 하고 올라가게 할 수 있어서 선생님 너무 감사합니다. 너무 친절한 설명 감사합니다. Я на самом деле 13 лет на сюринзе и у меня очень сухие глаза. А тут можно проверять сухость глаз. Пойдемте. Все, пойдемте. Вот это медицинская карточка. Тут написано, куда идите, зависит от вашего результата. Поэтому обязательно это носить надо с собой. Центр переднего сегмента глаз. А тут можно проверить общие глазные болезни. На самом деле я получила недавно ожог на роговице и очень боюсь, что будет ли вероятность катаракта. А, 없다고 할 수는 없지만 빨리 아주 나타나지는 않고 우리 피부 노화랑 똑같아요. 흰머리 오는 거랑 비슷해요. 그러니까 가만히 있어도 생기긴 하는데 검은 자가 이제 피부랑 똑같다고 생각하시면 되고 화상을 입은 부분도 아마 여기였을 텐데 지금은 다 괜찮습니다. 또 다가야 카타락타. 여기 이제 수정체라는 부분에 노화가 온 거예요. 아, сейчас я в центре сетчатки. Пойдемте. Говорят, что тут 10 специалистов под сетчатки. Мне надо было посмотреть разные цвета, лазеры, свет. Очень ярко светит, и это проверка сетчатки. И когда мы проверили глаукомы, надо было нажать кнопочку, как только я вижу точку белой. Что такое вообще сетчатка? Амагон, мы мы дуэйна синьонгиэ. Камерами фильмэйна. А, нюнэ гинэнгэн, когору кудэйна сазинэр чигэсо, нюэро чандэрэн ёкарэн гэ. Какие заболевания можно узнать после теста? 혈관이 막히는 일이 생길 수가 있고요. 그다음에 고도근시 이런 사람들은 안마기 찢어지거나 이럴 수가 있기 때문에 와서 꼭 정기적인 체크를 해야 되죠. Как можно защищать сетчатку в холодный регион, как в России? 안마기를 특별히 따로 보호할 수 있는 방법은 없고요. 이런 혈관들이 수축이 될 수가 있기 때문에 그래서 러시아 사람들 이렇게 털고자 샷가 샷가 우리 경한 씨를 보니까 눈이 근시가 심해요. 이렇게 보면 시신경이 다른 사람보다 가늘어요. 이것만 봐도 아, 이 환자는 근시가 심하구나 라는 걸 알 수가 있거든요. 네. 증상이 어떻게 있냐 그러면 뭐 번쩍번쩍거리거나 날아다니는 거 있거나 그러면 그냥 빨리 와서 정맥을 받고 다시 뭐 지금 상태는 괜찮아요. 아, как можно самостоятельно проверить заболевание сетчатки дома? 한쪽 눈씩 가리고 자기의 눈을 확인을 합니다. 일단 줄 선을 들여다보면 선이 휘어져 보이거나 울퉁쳐 보이거나 딱 한 눈씩 가리고 확인하는 게 굉장히 중요해요. 오글거려 보인다면 이게 문제가 분명히 있는 거예요? 100%? 네. Если вы видите какую-то параллельную линию, как криво, тогда уже у вас 100% проблема будет сетчатки. Поэтому очень важно проверить. Сколько народу? Все, ребята, вот это последняя наша отделка. У меня вниз 2% раковицы, поэтому сказали, что я не могу делать операцию РАСИ или РАСЕК. Тут только можно делать имплантацию линзы. Допустим, если у кого-то очень сухие глаза, тогда какие заболевания возможно появиться? 안구건조증을 다니는데 생활하는데 많이 불편해질 수가 있고 인물이 세 가지 성분으로 구성이 되어있어요. 그래서 네. 물 성분하고 맞아. 그다음에 기름 성분하고 맞아. 그다음에 뮤신, 점액질 뮤신, 예. 달팽이 크림에 들어있는 뮤신 какие уходы за сухими глазами можно делать дома? 제일 좋은 방법은 이제 온찜질을 해주는 거예요. 아, 온찜질, 찌부어 지어야지 고기 많이 먹으면 도움이 될까요? 기름질은? 오메가3지만 오메가3요? 예, 고기보다는 생선 페레드스논, я положу масло и буду спать. Тогда это улучшает. Вопрос хочу задать вам. Сколько лет моим глазам? Сколько лет вообще моего зрения? 눈꺼풀 쪽은 한 30대 중반 정도. это старый человек моего возраста. 관리를 잘 하시고. 네. Я была бы в шоке просто, как мой возраст глазки этот. Я молодая. Я позвала Викторию. Вы сказали, что тут очень часто бывает пациенты из СНГ стран. Да. Это почему? Самое большое количество.
Это сейчас на данный момент это все пациенты со стран СНГ. Да, вы этой войните? В этой войне. Из России, из Казахстана? Да, все верно. Все равно это Южная Корея, не родной стране, но прилетать в Корею и делать какую-то операцию, это возможно трудно, но так как есть координатор, который все перевозит, поэтому люди более чувствуют надежные, да? Иностранные пациенты, когда они приезжают, вначале они очень переживают. Ну, отпечки тоже, да. Не знают языка корейского, но после того, как они пройдут всю процедуру, счастливые. И когда уже уезжают, они очень счастливы. И самое главное, почему им очень спокойно на душе, потому что все время, пока они проходят лечение, их сопровождает русская печенька. Ну, как вошла в этой больнице, все на русском языке написано. Я думала, это Россия или Корея. Все это на русском языке. Русское медицинское учреждение по привлечению иностранных пациентов. Что-то выглядит, что-то есть. Как это очень важная аккредитация для нашей больницы. Это очень важная аккредитация для тех международных медицинских учреждений, которые занимаются привлечением иностранных пациентов. Там очень строгие правила, очень строгие критерии, которые нужно пройти. Оцениваются, на каком уровне принимаются иностранные пациенты. Говорят, что это очень сложно получать. Это очень сложно. Но сколько тестов надо пройти? 150. 150? Да. Это сложнее, чем ЕГЭ, мне кажется, да. Если вот это знаки, тогда можно доверять. Если иностранный пациент приходит в медицинское учреждение и видит, что вот такой знак, знак КАФ, это означает, что эта больница на высшем уровне принимает иностранных пациентов. Знаю, даже вы, когда вы посетите различные медицинские учреждения, обязательно посмотрите, пожалуйста, есть этот знак или нет. КАФ, 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 КАФ. Хорошо? Посещение медицинского учреждения, назначенного КАФ, которое было тщательно проверено и сертифицировано корейским правительством. Вот. Если вам необходимо посетить различные госпитали в Корее, обязательно проверите, пожалуйста, знак КАФ. Как узнать и посетить? Вы можете узнать через веб-сайт руководства медицинской интеграции Кореи. Вот. Я сейчас оставлю ссылку внизу, поэтому обязательно прямо сейчас зайдите, пожалуйста. Тогда спуки-дуки или хорошего дня. Много кушайте вкусной еды и хорошо заботитесь о глазах. У меня средний 3-4 лет глаз.